Привет, друзья! Всем привет! Добрались с Мишей вот до такого озерца. Это озерцо, соединенное с Окой, идет вот в ту сторону, так пошло оно. Здесь, в принципе, рыбка должна быть. Попробуем с Мишей сейчас на удочке половить. Возможно, хищника половим. Попробуй. Вот добрались до сюда. Пока будем сейчас по обстановке уже определяться, как чего. А там уже посмотрим. Да, Миша? Угу. Ну все, ребят, мы за рыбалку. Поклевку на донку, ребят. Видишь, поклевать? Походу ли села? Угу. Так. Опа. Это есть, даже ведет, смотри. Ага. Это кормушка так ведет. Ведет она нас. Кормушка. О, Миш, какой хороший живец пошел. Плотву ловит. Уже на третью, наверное, да? Саперочка, да. Третью. Саперочка, забираю ее, ложи в сеточку ее, а потом уже определимся. И на донку уже было две поклевки хороших, но рыбы не поймали. Потому что Миша оборвал здесь снасть одну уже, траву. А я блесну уже оторвать умудрился. Вот так вот, только пришли на рыбалку с Мишей. Ну, плотвичка поклевывает. О, хорошая плотва у тебя. Угу. Забирай, там рассортируем. Какую куда. Пока на живца берем. Миша нашел тут место такое поклевочное. Поклевывает. Расскажи-ка, Миш, как ты тут одну за одной тягаешь? Прямо упарша, прям цепляешь, и хорошая попадается. И надо прям не спеша вытаскивать. Понял. По одному парышу, да? Ну, вот так вот. А ты сейчас не два лени цеплял, крупную поймал? Там было, я не нацеплял два, а они все не так себе. Еще с тех раз. Понял. Остались. Ну давай, покажи, как ты ловишь. Прям сейчас одну за одной. Я пока тут готовлю удочку на живца. Хочу забросить на живца, потому что здесь щучка. Не щучка, хищник прыгает. Ой, блин, ушла. Уже была, да? Угу. Только кидает Миша, раз за разом клюет. Ну, правда, тут я горсточку под корм кинул, совсем чуть-чуть. Такая, так, чица заманить. О, ребят, видели, какая здесь прыгает? Это уже хорошая штука. Угу. О, клюет, даже не такого парня. Вижу. Красноперка, да, в основном вся? Ну да, красноперка. Вон уже. Уже есть. Ну, это маленькая. Ну, как это... для живца. Да. А, что, все, мне давай ее, сейчас буду забрасывать. Все, снимаю ее. Забросил на живца, плавок у меня там большой, тройничок, поводочек, все как положено. Будем надеяться на щучку. И вот так вот она стоит. Ну, метров так 15 от берега забросил. Нет. А Миша он очередную тащит. Ну, пока забирай еще живцовых, Миш, а уже потом остальных будешь отпускать, если что. Или потом отпустим, а покрупнее заберем. Была хорошая сейчас у Миши, была такая плотва хорошая. Не плотва, а красноперочка. О, вот и Миша. До свидания, катушка. А там плохая была. Катушка, ой, катушка, кормушка. Резко прямо ослабла и натянула, значит, села. Опа, подсечка. А? Да. Есть. Вон плотва тоже. Или окунь. Окунек. Хороший. Окунек. Вот такой. На живца пока молчит. Но хищника прыгает много. Заглотил. Придется забрать мне надо. А мы бы его и так забрали, он хороший, видишь? Какой? Пойдет.
потянул, да? Угу, нет, это есть. Опа. Красноперка. Красноперочка. Тут красноперки много, кстати. Смотрите, какая красивая тоже. Ну, хоть красноперочки наловим. На оке сейчас мы были, кстати, ребят. Два парня там ловят, поинтересовались. С утра ловят раннюю. Говорит, вообще плохо. Может, сказать, ничего, говорят. Кто-то там один из них поймал какую-то густерку, что ли, и все. А здесь хоть поклевывает. Повело, Мишань, у тебя вроде. Ух ты, хорошая. Угу. Нормально такая, ребят, плотва. Мишка на одну за одной. Шпыляет, шпыляет. На донку вот иногда поклюнет и молчит. Хорошая плотва. Красноперка, плотва попадается, да? Угу. Тебе нормально оттянуться. А живец аж вот здесь подплыл. Ну, тоже тихо. Хотя прыгает хищник, но что-то не крупное, не щука. То ли голавлик, то ли что. Такие небольшие всплески. Не крупная рыба, не щучий такой. Миша продолжает тягать. Покажи-ка, Миш, какая у тебя. Ну, какая хорошая. Плотва, да, или красноперка? Угу, красноперка. Хорошая такая, хорошая, уловит, Миш. Красноперка с плотой не различаю. Красноперка, он как и красный, а плотой светлый. Ну да, ну да. Я тоже, ребят, делаю удочку. Буду сейчас на удочку ловить. На донку пока тихо. Пойду маленькую так в сторонке, тоже буду на удочку. А то Миша меня тут обловит так, да? Уже обловил. О, поклевка, ребят. Эх. Только сказал, надолго не клюет. А у нас что-то клюнуло. Даже ведет, ребят. Вот теперь так, опа. Хороший карась, ребят. Карась. Давно карасей мы не видели. Смотрите, какой карасик, ребят, я рад этому карасику. Я тоже. Вот, хоть надо. Их было много одно время здесь, таких клювали. По два штуки клювали на два крючка, здоровых. Давай по твою тоже уберу. Давай заодно, сейчас Миша мою тоже уберет. Хороший, ну как нормальный карасик, удобный. Вон какой. Держи, Миш. Убирай. Вот это Мишка вытащил. Сколько червей нацепил-то? Три штуки. Три штуки, ребят. Забросил на удочку, буду ловить головля. Зашвырнул. Вытащил. Ну, лежачий, видно, полулежачий у тебя как бы был. Молодец. Заснять не успел, ребят. Просто камера далеко, я тут пока с своей удочкой возился. Кстати, на живца была поклевка. Утопил на дно, пока камеру включал, подбежал, поплавок вынырнул, и все, поздно. Вот поэтому пока ловим живца, маленького надо поймать. Миша, молодец. Прямо тут карася хапнул. Надо ближе к берегу, оказывается, ловить. Вот у меня экспериментатор, молодец. Так попробует, по-всякому. Говорит, не мешай мне головля ловить. А тут плещется, плещется рыба, плещется, плещется. Не знаю, какая хищная какая-то рыба, но не выныривает. Ну, даю вот. Жерех, может, плещет. Ну, хорошо, утащил, да? Ага. Молодец, Мишанька. Ты точно у меня рыбак. Блин. Плотва была, положила. Сколько червей-то? Три. Так же по три червя? Ну, да, я же крупную рыбу ловлю. Понял. Я тоже стараюсь, он. Забросил опять на живца, поймал маленькую. Ребят, огромная туча идет здесь, над нами уже. Смотрите, если сейчас дождь пойдет, то это капец. Мы просто отсюда не выберемся, вообще не выберемся. Поэтому будем быстренько в скором темпе сейчас сматываться и быстрее отсюда выезжать. А то, чтобы еще выехать, надо добираться далеко-далеко до того места. Километров, наверное, 8 ехать, не знаю, надеюсь, нам повезет. А там вон, посмотрите. Поэтому продолжение рыбалки будет, но потом. А сейчас, наверное, концовку на этом, ребят. Ну все, всем пока. Хищник, он гуляет. Увидимся. Я думаю, может быть, продолжим рыбалку потом, да, Миш? Ну, да. С утреца раненько сюда приедем. Или и так вот рыбалка и останется.